Лучше, конечно, тренироваться как-то по-другому. Вот, например, короткой, но эффективной и веселой гимнастикой. На корабле всегда есть место подвигу. Круглое таскаем, квадратное катаем. То есть наоборот. Быстро накачать мышцу поможет утренняя гимнастика. Быстро взяли в руки что-нибудь тяжелое. Исходное положение стоя. Ноги на ширине плеч, руки по швам. Поочередно поднимаем их вверх. Правую, левую. Чувствуете, как мышцы наливаются силой? Отлично! Дышим ровно и повторяем еще 8 раз. Левой, правой, левой. Закончили. А теперь вперед навстречу подвигам. Доброе утро!